Значит, это я вот не очень поняла, вот этот вот последний абзац, вот 42-й. Второй? 42-й. Вот 42-й, что-то я не очень поняла. Значит, если вот очень хотят на небеса, хотят мукти получить, там семью иметь. Цель освобождения, там у них деньги. А что, это что, плохо, что ли, получить мукти освобождения? Они говорят, что другого нет, только Санко. Пошу Ади, Полосадон, Корму, Ости. Это говорит. Говорит, то, что Корму, то дают небеса. Или ваши... животник, значит, корова, лошадь, да? Это дают. И так далее. Все, что собственности дают, такой корму только есть, другого ничего нет. Мукти нет. Это нет. А, в смысле мукти нет? Они только думают, как вот хозяйство... Мне все как получится. Они говорят, кто желает жить в корму. И если хотите богатство, хотите земли, хотите семьи, или не хотите кушать на леса, тогда кто желает, только это правильно, где ничего не говорит. Мукки это другое, это совсем нет. Они говорят, Бог тоже нет, только есть корма. Корма делается, это получится, есть Бог. Так. То, это какие-то причины, что они так говорят, потому что внутри желание наслаждать ваш мир. Поэтому наслаждаться миром, желанием, поэтому они его как бы обосновывают. Исходя из ведических. Это последний, поскольку так дальше. Это называется мимамса даршаном. Мимамса значит... То, что мукти об этом говорит, это веданта даршан. А еще другой даршан раньше был мимамса. Мимамса говорит корму мимамса. Корму мимамса значит корму все проблема. Через корму все проблема уходит. Корму желаете, то, что хотите получить, все получите. То есть ритуалы выполняешь, все делаешь вот жертвоприношение, и все, все, тогда будет хорошо. Так что ли? Нет, я поняла, что только карма-йога. А их же три? Нет, как я понял, мимамса это только причинно-следственная связь из-за кармы. Все, другой нет, только карма. Вот хорошее сделал, тебе хорошее возвратилось. Плохое сделал, плохое возвратилось. И все, больше нет, ни Бога нет, ни освобождения нет, ничего нет. Есть только вот этот закон. И нужно делать все только правильно с этим законом. И тогда жить будет хорошее. Все. Получается, только карма-йогу делать. Да. Больше ничего, ни в знании, ни в бхакти. То есть нет. Бога нет, значит нет любви. Да, да, да. Получается так. Да.
Кришна очень хорошо, ну, так желается. Поэтому беспокойтесь о Боге. Кому желаете, легко желаете, и так получится. Но они, видишь, они считают тебя знатоками вед и ведовада. Ребята. Ведовада. Да, ведовада рата. Такие. Не знают, как его строить. Ну, знают законы кармы. Зачем? Срок первый, а? Бебасаят мика буддхир. Бебасаят мика буддхир. Экеха курнандана. Экеха курнандана. Бхушака янанташча. Бхушака янанташча. Буддхая бхавасайна. Буддхая бхавасайна. Ямимам пушпитам вачам. Ямимам пушпитам вачам. Прабаданта випасчитаха. Прабаданта випасчитаха. Ведавада рата партха. Ведавада рата партха. Наннад астити вадинаха. Камат-мана сарга-пара. Камат-мана сарга-пара. Джанма-карма-фала-прадам. Джанма-карма-фала-прадам. Крия-вишеша-бхулам. Крия-вишеша-бхулам. Бхагасчарья-гатим-прати. Бхагасчарья-гатим-прати. Бхагасчарья прасактанам. Бхагасчарья прасактанам. Таяпа хрита четасам. Таяпа хрита четасам. Вевасаят мика буддхи. Вевасаят мика буддхи. Самадхуна видиате. Самадхуна видиате. Трайгунна вишая веда. Трайгунна вишая веда. Нистрайгунна бхаваджана. Нистрайгунна бхаваджана. Нидданда нитта саттастхо. Нидданда нитья саттвастхо. Нир-юга кшама атмаван. Нир-юга кшама атмаван. Яванатта удапане. Яванатта удапане. Сарвата сампруто даке. Сарвата сампруто даке. Таван сарвешу ведешу. Таван сарвешу ведешу. Брахманаша виджанатаха. Брахманаша виджанатаха. Кармане вадхикарасте. Кармане вадхикарасте. Махалешу кадачана. Махалешу кадачана. Ма-карма-фала-хетур-бхур. Ма-карма-фала-хетур-бхур. Ма-те-санга-сто-кармани. Ма-те-санга-сто-кармани. Йога-сто-кару-кармани. Йога-сто-кару-кармани. Санганг-тактва-дхананджая. Санганг-тактва-дхананджая. Сиддо, сиддо, само бхутва. Сиддхия, асиддхия, само бхутва. Саматвам юга уччате. Саматвам юга уччате. Дурена хи аварам карма. Дурена хи аварам карма. Будди йога дхананджая. Будди йога дхананджая. Буддхо шаранам анничча. Буддхо шарам анамичья. Трипана палахетава. Трипана палахетава. Будди юкта джахатиха. Будди юкта джахатиха.
Угэсу крита дускрите. Угэсу крита дускрите. Тасмад йогая джесва. Тасмад йогая джесвасва. Йога кармасу кушалам. Йога кармасу кушалам. Кармаджам будди юктахи. Кармаджам будди юктахи. Фалам тактва мадишинаха. Фалам тактва мадишинаха. Джанма ванда винир мукта. Джанма ванда винир мукта. Падам гатчан танамаям. Падам гатчан таямадам. Падам гатчан танамаям. Ядате муха калилам. Ядате муха калилам. Буддир бети тариш-шати. Буддир яти тариш-яти. Тада ганташи нирведам. Тада ганташи нирведам. Сутеббаща сутеш-шача. Сутеббаща сутеш-шача. Шутиви патипаннате. Шутиви патипаннате. Яда стащати нишчала. Яда стащати нишчала. Самада вачала будди. Самада вачала будди. Тада йогам авапшьяси. Тада йогам авапшьяси. Арджуна увача. Арджуна увача. Ситта прагнаша ка бхаша. Ситта прагнаша ка бхаша. Самадхи стасья кешава. Самадхи стасья кешава. Ситта дхи ким прабхасета. Ситта дхи ким прабхасета. Кимасита брджета ким. Кимасита брджета ким. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Прожахати яда камам. Прожахати яда камам. Сарван патта манобатан. Сарван патта манобатан. Атмунева атмана туштаха. Атмунева атмана туштаха. Титта прагнаста дуччате. Титта прагнаста дуччате. Дукхе санудвигна манаха. Дукешвану виграм манаха. Сукешу вигатас приха. Сукешу вигатас приха. Витарага бхая кродха. Витарага гапхая кродха. Ститадхир муни руччате. Ститадхир муни руччате. Я сарватра анависнеха. Я сарватра анимахивстриха. Анави снеха. Снеха. Хивстреха. Анави снеха. Я сарватра анави снеха. Я сарватра анави снеха. Стат-тат пеппа шубха шубхам. Стат-тат шубха шубхам. Нади нандати наддешти. Набхи нандати наддешти. Тасья прагня пратишхита. Тасья прагня пратишхита. Яда санхарате чаям. Яда санхарате чаям. Курмангани ва сарвашаха. Курмангани ва сарвашаха. Индрияни индриятибхьо. Индрияни индриятибхьо. Тасья прагня пратишхита. Тасья прагня пратишхита. Вишая винивартанте. Вишая винивартанте. Нирахарасья дехинаха. Нирахарасья дехинаха. Расаварджам расаппасья. Расаварджам расаппасья. Парам дриштва нивартате. Парам дриштва нивартате. Ятато хьяпи каунтея. Ятато хьяпи каунтея. Пурушасья випасчитаха. Пурушасья випасчитаха. Индрияни праматхини.
Индрияни Брама Астхини. Харанти Прасавам Манаха. Харанти Прасавам Манаха. Я спрошу Сандивичча, Сарагаджи, Гавасакчаятмика Будди Экехо Курунандана. Будди Экехо, как Сандивичча сказать. Алексей Никитин. Сарагаджи Мутрахиха Эка Ива. Будди Эка. Эка и. Тогда правильно. Потому что Будди женские слова. Эка. Если Сонди эко ихо желается, тогда тоже Сонди правильно. Но ошибка будет эко такой. Не бешенко, ничего. Поэтому эка. Эка Будди. А сейчас будет 43, да? Каматмана саркапара. Каматмана саркапара. Джанма карма фалаппадам. Джанма карма фалаппадам. Крия вишеша бхулам. Крия вишеша бхулам. Бхугасаджа гатим прати. Бхугасаджа гатим прати. Бхугасарья прасактанам. Бхугасарья прасактанам. Таяпахритачетасам. Таяпахритачетасам. Девасаятмика буддхи. Девасаятмика буддхи. Самадху на видьяте. Самадху на видьяте. Но, говорит, обипасчита, раньше говорили 42-й, прабодханти обипасчита. Обипасчита, знаете, что значит? Не мудрецы. Не мудрецы. Да, множество не мудрецы. Они как? Каматманаха. Они каматманаха. Значит, его Атма, как, одно желание, одно желание, значит, души полным желанием. Да, души полным желанием, там атмана. И саргапара, знаете, санди, мишарга истец, саргапараха. Множество. Сарка пара, тузе как? У кого сел, только получит сарку. Это сарка параха. Получит небеса. Сарка параха. Пара means сел. А у них небеса это сел. Поэтому они Апипасчита, они не только каматманаха, они саркапараха. У них все только небес. И кто желает? Сейчас говорит, джанма-карма фалаппадам крия вишеша бхулам. Это второй падеж. Джанма карма фалаппадам крия вишеша бхулам. Крия вишеша means, знаете, ритуал, особенно ритуал, это крия вишеша. А бхулам means, они много-много
особенно ритуал желающий. Это крия Вишеша Бхула. Это второй падеж. Значит, а крия Вишеша Бхула, его прилагательно джанмакарма прадам. Это крия, то, что желает, они дают джанму рождения. Опьяс, опьяс, рождения придет. А кармафала, кармафала значит. Плоды кармы. Карма и его результат. Продам мир дающий. Они такой работа работают. Особенно работа, много, что дают, кто продюс. Рождение, работа и его результат. Продан дающий. И у них сел бхугасшарджагатим прати. И Бог, Бога и Ащарья. Значит, Бога – это наслаждение. А Ащарья – это power, power, как? Сила. Сила. У них Бхугасшарджа гатим прати крия вишеша бхуглам. Значит, такой особенная работа работает то, что средства наслаждения и сила. Для того, чтобы получить сильное наслаждение, просто сила, типа власть, вот это период, когда сила и власть, власть и сила. Как силы еще, да? Это ащарья. Ащарья как власть. Ащарья это сил власти. А сила власти. А Бог энджермент. Наслаждение. Против есть как? Это минус, минус, средства. А? Такой работа работает, кто дает рождение, работа и результат. Бхугасшарья прашактанам. Бхугасшарья прашактанам. Таяпа хита четасам. Таяпа хита четасам. Вевасаятмика Будди, Вевасаятмика Будди, Самадху на Бидиятте, Самадху на Бидиятте. Бхугасшарья прасаттанам, прасаттанам means attached. Что это? Attached means прибьязани. Attached. Прибьязани на наслаждение и силы. Прибьязани. И это шестой падеж. Ик. Тоя. Апарита четасам. Тоя. Тоя means этими. Третий падеж. Тоя. Это бхуга ащарья это целали месте один. Поэтому тоя. Изен Бхатити Падеш, Тоя, им, Апарита Четасам, Апарита means Украджана, Апарита значит Пупапарихи Дхатукто means stolen, Украджана. Украденный. Украденный? Четасам. Апарита. У кого ум? У кого ум украдено этой, Бога и ее сердце.
Это и... А этот же это сам шестой падеж на множество. То я пожито это сам, богосвятце просокта нам, хик, бевосаятника Будди, но бидиете. Бидиете, знаете, бидиете бипутбан гадату. Кому бачче, песенный залог, кому бачче, атмане под, бидиете. Бидиете means, ни желана бивает. Значит, у них самадху, самадху means, что гавасатника Будди бежут концентрации ума. Это у них не бывает. Но бидьяте не получено бывает. Значит, у кого ум, так Бога и милосердия, этими привязана. У них такой Будди не бывает. Бхагаватмика Будди значит, as in one-pointed mind, means concept. На концентрации ум один направление не бывает. Бхагаватмика Будди раньше объяснил. Бхагаватмика Будди means решение разума одно студенное. Это Бхагаватмика Будди. Говорит, у них так не бывает. Потому что если ум уже украдено, получит наслаждение, получит сил, тогда у них ум не будет концентрации. Здесь, если проблема, дай посмотрим тогда. И к суд возделение. Каватман, а? Возделение. Хорошо. Они стремятся к раю, саргопара. Тоже правильно. Их речь сулит. Это как? Почему речь? Речь сулит где? Где речь сулит? Халам Прадам. Как плод взял рождение. Значит, джанма карма фалапрадам means даюши рождение работа ибо плод. А вес сулит это как? Вес откуда был? Полна предписание особых обрядов. Это крия-бишеша Бхуда. Для достижения богатства и божественной власти. Так, да. Так, желал, но у вас нужно понимать. Каматмана, это уже получили. Шаргапара, тут же знаете. А джанма карма фалапрадам крия бишеша бхулам. Это джанма карма фалапрадам крия бишеша бхулам. Они много-много абрия, особенно абрия желают, которые создает рождение, работа его плод. И это как средство получить
наслаждение и власть. Богословие Готи. Готи means self, тоже self. Готи для, да? Еще как? Как направление. Готи можно говорить для. Для получения богатства и божественной власти. Божественной силы. Ощерья. Силу. Да. Здесь не нужно говорить. Ощерья, божественной тоже это слова так бы говорить. Ощерья еще раз качество. То еще ощерье. Поэтому буквально это божественный. Здесь не нужно так говорить. Ощерье means власть, сил власть. Сила власти. Да. И кто стремится к утехах и власти, утекам, утекам, как? Увлекается этим, для того недоступна решительная мысль. Решительная мысль – это превышает мика Будды. Решительная мысль, погруженная в самадхи. А самадхи здесь имеется в виду что? Это концентрация. Самадхи, здесь самадхи нет. Ум концентрации не бывает. Если в голове есть, это получаю, тот получаю, власть получаю, или наслаждение разных получаю. Тогда ум никогда будет бывашатмика. Means одно на проблеме не бывает. Это то, что желает. А концентрации это не бывает. Но бедрие. То это богословие просопта нам шестой падеж, то я похитачето сам шестой падеж, их бывашаятмика Будды не бедрие, не бывает, которые бежут концентрации, самадхи. Так. Слова получили? Поняли? Опорито. Опорито понимаете? Это то, что много ощущения. Это ваше ум сняли, это значит украдено, опорвито. Апокурба хрида ту, means украдут. У них ум уже украдено Богом ощерьем. Там привязанности есть у них, поэтому у них бывашатмика Будды не бывает, которые бежут самадхи, концентрации. Потом. Трайгунна вишая веда. Трайгунна вишая веда. Нистрайгунна бхаваржана. Нистрайгунна бхаваржана. Нирдандо нитта саттастхо. Нирдандо нитьясаттвастхо. Нир юга кшема атмаван. Нир юга кшема атмаван. Можете это санди бичча делать, первое предложение. Трини. Трини гун. Три гун это одно слово. Потом говорите. Три.
Вишая, бишаркон нужно. Понимаете? Через шанди, после А, если бишарка есть, уходит. Вишая, ага. Беда тузе, бишарка есть. Беда, ага. Без бишарка. Это слова как? Бедо. Множество беда, ага. Без бишарка как получится? Нору, нору, мараха. Слова не получится. Поэтому... Бишарка есть через санди этот. Исчез. Трайгунна бишаяха бедаха. А нистрайгунна бхава арджуна. Нирданда же санди как бичет. Делается. Ни. Дандаха. О, это через санди нирдандо. Нитта шатта стаха. Бишарка о. Нир йога ксема, ксемаха. Тузе, а? Санди нужно понимать, но это слова точно, это все. Давай, первый падеж. Первый падеж нирдандаха. Ты нирдандаха, баба. Твам. Твам, когда говорится нирдандаха. Нитта шатта стаха, нит джука кшемаха и атмаван. То трайгунна слова значит тригуна. Ибо качества трайгунна. Понимаете? Трайгунна means тригуна юкта. Трайгунна means тригуна юкта. Трайгунна. Слова тригуна плюс снопреттая. Так говорят, снопреттая будет тригуна. Тригуна. А его, когда жалали снова, тогда тригуна. Минс, значит, это бивар шила гасарина. Будет пистак говорить. Тригуна без тригуна юкта. Юкта понимаете? Со тригуны. Тригуна юкта. То. Трайгунна бишая. Ведаха. Веда. Работает. Бишемис. Работает. Будет субъект. Кто под тригуне. Значит, ведос то, что дают, это все абрият. Бед, на ведес то, что абрият есть. Все тригуна юкта. Нет? Тригуна, знаете, какой саттический, раджический или тамасический. Говорит, ведик работа, то, что Адриад Джаггажале написано есть. Там три вида есть. Либо мучаешься очень хорошо, если мучаешься желаешься, тогда эта работа будет фактически. Результат хорошо получится, значит, не даст. Если Раджаши будет, тогда радости получится или и печаль тоже получится, место. А если там уже будет, то результат тоже не получится. Наши многие работают, это пуджа или обряд все желают, результат не придет. Если ошибка, там уже это. Там уже то говорит,
ведические работа сио, это тригунна бисея. Это субъект под тригуна. Поэтому, о Арджуна, нистригунна бхава. Поэтому, о Арджуна, ви над тригунас. Нистригунна means, ни means насти. Где насти тригуна? Где тригун нет? Значит, над тригуном. Вас нужно в таком состоянии. Даже сатически не будет. Еще надо. Где гуно не может касаться вас. Это не стригунаха. Это прилагательно Арджуна. О, Арджуна, не стригунна бхава. Ты нужно быть над тригунас. Это не стригунна. И не только над тригунас, ни дандаха. Нир дандаха значит, нир means насти, данда гизе, данда нет, над данда, данда значит, два места называют данда, сухо, духо, это, наоборот, место это называют данда, сухо, духо, джая, аджая, победа, не победа. Gain and loss. Это сию дондо. Даже холодно и чупли, то же дондо. Говорит, вибивайся над дуэлитис. Дуэлитис как? Дуэстбенди. Над дуэстбенди. Это не дондо. И нитто саттасто. Всегда будет оставить на состоянии доброта, goodness, саттва. Здесь саттва говорит как? Раньше говорили, что тригуна саттва. Здесь саттва, что надо говорит, всегда на состоянии доброта будет оставаться. Сто. Тиштати. Тишто. Сто. Стадату. Никто саттасто. Means всегда вибаясь. Всегда нитьё. Всегда вибаясь на состоянии доброта. И ещё. Нирджугакшемаха. Юго и кшемо – два слова, нужно знать. Юго значит то, что ожидается получить, это юго. А кшемо – то, что есть, сохранить, это называется кшемо. То вас не нужно, то, что достижение и сохранение. Такой не бывает так. Нет. Это уже над. Нирджукакшемаха. Над достижения и сохранения. И атмован. Атмован как знаете? Дхонован. Слово знаете дхонован. У кого есть богатство, называют дхонован. Гунован. У кого есть хорошее качество. Это гунован. So, атмован means self-possessed. Self-possessed как? Себе всегда оставаться на себе. Здесь как дается. Гос, сасбе, трёк. Васасбе, васасбе, трех гун находится в беде. Васасбе откуда?
Но шашки да. Правильно? Шашки это в области. В области по-другому. Область, да, да. Пространство. Да, да, Вишая. Вишая, как говорил. Да. Тригуна Вишая. Да. В шастве три гуна находятся беды. Хорошо. Отрешись от трех гун. Да. Это не стригуна. Ордена. От противоречий свободны. Двойственность. Это так. Противоречий свободны. Да. Ну хорошо. Нидданда. Нитта-шатта-сто. Вот здесь вечерности с собой низ мне, медно. Не то, что то, что так правильно. Здесь вечер у нас той неизменно. Нигде как шаматмат. Откажись от глазения Йога Кшем, он привел как владение. То есть? Ну, сохранение маленько похоже. Получение, сохранение этого. Сохранение не да, а? Ну, похоже. Он владение слово сказал. Вот как владение и его сохранение. Не Йога Кшем. Атмуман, будь Атмуну тогда. Ну так. То есть ее как Арджуна убивает его сио прилагательно, нистрайгунна бхаво, нидданда бхаво, нитта саттаста бхаво, нирджага кшема бхаво, атмаван бхаво. Это сио прилагательно Арджуна. Говорит, значит, бедик обрият, это сио, только сатто раджа тамас это дает. А ви нужно будет надо того. Не будете внутри двойности. Всегда состояние будет доброта. И не думайте, как получить и сохранить. Об этом совсем не думайте. Тогда он будет спокойнее. Же вот сатва можете еще перейти как чистота. Доброта и чистота и тоже сатва. Сатта что? Да, вот это вот. Можно будет в состоянии чистоты без доброты или это неправильно? Точно сатта что не бывает. Чистота слова не пиджу. Но всегда будет, ну, ну, очень хорошо состояние, поэтому он говорит. In goodness, remain in goodness. Это не то, что по-английски говорят. А нирджога кшема, он же говорит. А атмабан, он здесь говорит как. Атману педан. Значит. Все. Как бы без, так остаться. Не движайся. Трайгунна-саңсара-вишая.
знает, Тригунная там решает то, что сотворение там отдают. Что там, то не Тригунно Бхаварджина. Значит, не Тригунно means Нишкамо Бхава. Просто говорит. Если с его желания отказаться, тогда Нишкамо Бхава. Не Тригунно Бхава. Он говорил так. А нирданда, нирданда как? Сукадукка хету сатта пратипакшо падатту. Данда шабда ваччата. То нирката нирданда бхава. На дуэндасти. Нитта саттаста сада сатта гунасрита бхава. Вот так. Только чистота можете говорить. Саттагуна. Очень ясно. Атмаван. Атмаван значит апрамотта бхава. Атмаван means если всегда alert. Absent-mindedness не бывает. Всегда alert. То, что желает, то, что всегда, думает, что... Всегда внимательный, всегда... Да, это... Собранный. Да. Тогда вот это бывает... Атмаван. Атмаван. А, всегда внимательно. Что думает, что желает, что... Ну, так как механически не желает. Это атмаван. Потом. Яван отто удапани. Яван отто удапани. Сарвата самкруто дапе. Сарвата самкруто дапе. Таван сарвешу ведешу. Таван сарвешу ведешу. Брахманеша виджанатаха. Брахмана се виджанатаха. Яван артто удапане будете отличить? Яван плюс артхарт. Я хаван артха. 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 Я. Яван как? Маван. Маван. Бабун. Like this. Яван артха means какое значение удопане. Удопан значит маленький пруд. Резервуар. Маленький пруд это удопан. То на маленький пруд какой работа исполняет? А сарвата сампруто даке. Сарвата. Везде. Сампруто даке. Sampruto-dake means sampruto, udaka, значит, большой, большой озера, где пална вода, это sampruto-udaka. Sampruto-udaka means большой озера, где пална вода. Sarvata sampruto. Palna, verte palna pada. То маленький пруд, какой цель исполняет? Большое озеро. Обязательно, а? Это цель наполняет. Также таван. Сарвешу.
там, где сорвешь бедешу, то сил бедеш то, что есть. Это такое исполняет брахманашу биджанатаха. Биджаната брахманашу. Кто брахман узнает брахман, биджаната, бигьяни брахман. Биджаната means познавший. Познавший брахман, ибо также то, что беда есть, это все исполняет. Он бы не нужна бедическая работа работать. То есть ему надо подумать, и все исполняется, если он настоящий брахман. Если вы знаете брахман. Ты казаешься, что ты знаешь брахман. Такой человек, у него бед, его бриад и бедическая работа не нужна, потому что это как маленький пруд. Если большие озера есть, маленький путь вообще не нужно. Вот так же. Явана, что добавляешь, работаешь, он тоже пишет. Таван. Так же. Яван и таван. Все. Если вы не будете читать, тогда веды? Угу. Сколько пользы? Бог. Если он постит, то ему лучше, когда вода нет, что он... Это не веда, а ведический путь. То есть ему не зачем выполнять правила веды. Он уже постит, когда я постиг всего Брахмана. То здесь хорошо дали. Это очень ясно. Сколько пользы в ключе? Ключ как? Это когда из земли маленькая вода идет. Вот так. Это удобно так он говорит. Угу. Когда вода со всех сторон прибивает, для тех сорбота сампрутодоке. Удоке сорбота сампруто. С всех сторон, когда вода прибивает, тогда столько пользы в бедах для постигшего брахмана. То есть постигшему брахману веды не нужны, он знает и делает более точные вещи. Так пользы, минус его не нужно. Взялась. То Биджаната грамматика можете говорить как? Рипова Ньядату. Потом? Птапритуя. Потом, если можете, тогда очень хорошо. Шаттри. Шаттри тогда будет Биджанат. А его шестой падеж, как дхавот, дхаватаха, виджанатаха. Виджаната это предлагательно брахманаша. Какой брахмин, познающий брахман, у него сарвеши бедешу таван польза. Так, только польза. Больше не видно. То потом, то это он против говорил, это медицинский ритуал. Почему ритуал, что очень говорите? Это, ну, работает, это дает, ну, опияс, раз в день я будет, опияс, кармофал. Получено шуко, дубко, все пипе. Немножко времени будете на медресе. Потом все будет. А там тоже тут
только получить радости и власти. Поэтому говорит, это если будете знающий Брахман, тогда сами лучше. Опять раздвинение будет, всегда радости будет, и больше, чем немножко подучите. Потом. А что, брахманы разве не перерождаются? Брахманы разве не перерождаются? Если знаете Брахман, тогда освобождение. Пес. Фамилия не пишет. Тогда после смерти опиас в этом мире не нужно приятность. Совсем корма не работает. Через корму придет корму унику. Все засигает корму. Поэтому они очень хорошо в состоянии остаться. Соединяется Брахман. Это состояние нехорошо. Это в мире, если приедете, тогда страдания обидятся на будет. То, что горе будет, сил будет. А если такое состояние один раз получить, откуда приехали? С Богом. Тогда вообще эта проблема не бывает. Карманьевадхикарасте. Карманьевадхикарасте. Махалешу кадачана. Махалешу кадачана. Махармафалехетурбхур. Махармафалехетурбхур. Мате сангасто акармани. Мате сангасто акармани. Это шлука говорит очень хорошо. Это в главе. Это шлука очень. Люди повторяют это. То санди бичча сначала желаете. Корменне бади карасте. Постарайтесь. Как санди бичча можете желать? Кармани эва адхи каратев. Кармани плюс эва. Потом? Адхи. Адхи ка? Ади караха. Адхи караха. Потом? Тев. Адхи караха. Кармани эва ади караха те. Ади Right, права. Те, знаете, как и подес. Это много раз подучите, поэтому нужно знать. Сатау Те, первое множественное или... Знаете, будет три места. Это... Множество Те, Сатау Те. Они. Они здесь не хватает. А? Читворти, тут бом теж, вот бом бам, джусмут бом ба. Читворти падеш, чибие. Для тебя получается. А есть шестый падеш, тобо теж, вот бам, джусмаком ба. Со те три места получите. Это будет шестое место. Тобо, means бас. Тебе здесь не хватает. Вас. Это нужно знать. Всегда вспомните. Это три, какой может это думать. То вас одикар. Ваше право. Кармуни его. Только на работе. Кармуни это седьмой падеж. Это знаете? Кармуни. Знаете или нет? Кармони. Слова кармони. Среди род? Кармо
кармони, кармани. Кармо, кармони, кармани. Потом будет кармона, кармадбам, кармабихи. Кармоне, кармадбам, кармадба. Кармона, кармадбам, кармадба. Кармона, кармоно, кармонам. Кармони, кармоно, кармосу. Такой форм, а? Но каранта один, ну, знаешь, корму это можно знать хорошо. То кармони на работе. На работе у вас есть права. Ма полешу подачану. Полешу те не права. Полешу те, но одитару. Это добавище. Ма полешу means, ма значит но. Ма это но. То ма полешу means, ма полешу того одитару насти. Значит, на результате ваши права нет. Понимаете? А когда чино? Ма когда чино means никогда. Когда чит или когда чино means когда-то. А ма когда чино никогда. Никогда ваши их права получены результат. Полешу. Полешу, но одикаро. Это все, сначала получили два условия. Ваши права есть на работе, а результаты ваши нет права. Он говорит, никогда. Потом ма кармо, это санди вичет, опять желаешь. Ма кармо фалахитур бур. Как? Кармофала. Кармофала. Хетуху. Хетуху. А буху. Тут же мишенко буху. Значит, ма буху. Это грамматика дни получили. Ма буху means нельзя быть. Нельзя бибаеше. Но буху. Ма буху. То ма буху, что на буху? Кармофало хетуху. Кармофало хетуху. Би нельзя будет причина получить результат карма. Кармофало. Значит, не будет причина. Так работает, чтобы не причина, чтобы результат кармы придет. Значит, карма желается. Если карма желается так, чтобы его результат не придет к вам. Значит, результат радости, горе, окол, это ничего не придет. Так работа работает. Это говорит, ма карма фале хету бху. То тогда может вести думаете, если так, кормофол не получит, кормо желаю, а кормо результат нельзя получить. Даже не причина будет, то бы результат придет ко мне. А коп не придет. Почему работаю? Тогда я не работаю. Тогда не проблема. Будет вести так думаете. Поэтому он говорит, мате сангаха. Тут же санди вичет, может сейчас. Сангаха, потом? Фон, вак. А? Да, очень слабости сарсанди. А вакармани получается? А? Вакармани. То кармани это слово и не бывает. Ту. А ту кармани. Значит, ту. Потом? Акармани. Тогда осту. Сангаха осту акармани. Санди вичет. Это вибит мечет. В голове немножко подмышлю. Нету сарсанди совсем слабости у вас. Мате сангаха осту акармани. Акармани знаете? Не
ни работа, ни деспие, вас, прибезанности, не лечебует. Ваши прибезанности, ни работа, ни работа, так и прибезанности, на осту, пуст, так и не бывает. Значит, работа работает. Если говорите, тогда я не работаю. Это очень ошибка. Еще больше ошибка. Работаете, но так работаете, чтобы результат выше не касаться. Значит, нишкама карму. Нишкама карму желаешь. Тогда результат не касается. Или так желаешь, чтобы я что работаю, это для Бога. Тогда хорошо, тоже Бог знает, плохо, тоже Бог знает. Если лучше понимаете, вы работаете, вас начальник есть. Если его работа работаете, если результат хорошо не бывает, то он знает. То у него касается вас, то каждый месяц заработок получите. У него результат хорошо бывает, плохо бывает, это у Бога ладно. Ваша работа работает, он как говорит, так работает, и вас то, что получено, получите. А его, да, так же, если работа работает для Бога, хорошо, плохо, это Бог знает. У него, мне не касается. Я для него работаю, все да. Это его дело дальше, как я тогда вы не будете причина результат карму. Тогда вы не будете причина результат карму. То есть плохо, хорошо, там, что как сделаешь карму, у тебя не будет в этом случае. Да. Ну, я еще объяснил, как работа работает. То здесь говорит точно, так работа работает, что вы без привязанности, если работаешь. Это как долг. Желаешь? Я работаю сына. Я мать. Я сына, я все желаю. Как хорошо все желаю. Результат? Это я не знаю. Это Бог знает. Он, если хорошо бывает, то же его хорошо. Плохо бывает, его бывает. Я что желаю? У меня долг желаешь. Я не ожидаю ничего от него. Если ожидаешь, тогда все проблема. Если ожидаешь от детей своих чего-то, тогда возникают проблемы. Да. То есть, здесь говорит, итак, назела направ усилие. Я не понимаю. Назела на праву семьи. Работай. Прав, а? А плодах не заботиас. Ну, немножко так. Иначе говорить. Да, не будет плод жила тобой побужденным. Но и без здесь будет не предавайся. Последний будет неправильно. А остальное немножко другой говорит. Кормуни его одикароте. Это поняли? Ваши права на работе. А никогда ваш права есть на результат. Это второй. А третий, ты не будешь причина результат работы. Значит, не ожидаешь какой результат. Работа работает, результат у вас. Ты обязанности на результат не нуждаешь. Вот так работаешь. И ваши привязанности не работают.
пустный выбор. Мате санга асту акармани. Значит, не избегаешь работа. Это не нельзя за нас. Это я шоку же. То как поняли? Как думаете? Понятно? Это очень известно строку. А, еще один. А сейчас говорит, как работаете, чтобы причина не будет. Сейчас так говорит. Югаста Пуру Кармани. Югаста Пуру Кармани. Сангам Таптва Дхананьяя. Сиддо Сиддо Само Бхутва. Саматвам Юга Уччате. Саматвам Юга Уччате. Здесь что такое юга? Не можете ответить Саматвам Юга Уччате. Что такое юга? Саматвам Юга Уччате. Значит, equanimity of mind is called yoga. Ум, когда равно бывает, плохо, хорошо, сила, ум не двигает, это йога. Саматвам. Саматвам means equanimity, means одинаково. Ум, когда бывает одинаково разных состояний, тогда называют ви на состоянии йоги, саматвам, то сначала он говорит, югастха куру кармани. О, Дхананджая, югастха куру кармани. Бибая на состоянии йоги, ви работа работаете. Кармани куру. Кармани куру means работай работа. Аставая на состоянии йога, йогаста. Established in yoga, Adhananjaya perform actions. Как сангам тактва? Сангам знаете, приверженность. Сангам. Приверженность, сангам. А тактва грамматика можете говорить? Тактва. Тьяждату. Тьяждату ктва. Тактва. Means отказая. Отказав. Сангам. Привязанность. Привязанность и отказая. Отказавшись от привязанности. И ну так. Оставая так. В состоянии йоги, тогда работа работает. Куру кармани, кармани куми. Кармани знаете, какой падеж? Второй. Второй, второй. Второй множество. Карма, кармани, кармани. Карма, кармани, кармани. Второй падеж, кармани куру. То, шамганг токто как? Как отказавшись к обязанности? Сидда-сидда санди-пикча джалайся. Не молишься? Сидди. Да, сидди. Сидди, а сидди. О, сидди. Сидди, о, сидди. Сидди means успех, а осидди как? Неудача. Да, неудача. А это
Какой падеж здесь? Сидьё. Какой падеж? Всегда получите. Шестой или седьмой? Седьмой. Седьмой. Два слова. Сидьи, осидьи. Поэтому как? Нарешча нарайо наранам. Наре нарайохо. Нарайохо. А так. Муни. 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 Муно. Муньо. Муньо. Осидьё. Сидьё. Сидьё. Успех и неудача — это два состояния. А седьмой. Такой? То на успехе неудачи само бутва, бибая одинакова, самого, ваше отношение будет одинаково, успех или неуспех. Потому что самотом его учите. Если ум можете так все состояние одинаково, тогда это называют ваш ум на йоге. Саматтам йога. Джи санди вичча йога уччате. Мишарга исчез. У потом у есть поэтому. Йога. Саматтам йога уччате. То так говорю.